Пятый класс, 12 серия. Если в трехзначном числе, оканчивающемся нулем, отбросить 0, то число уменьшится на 531. Найдите это трехзначное число. Давайте обозначим это трехзначное число при помощи букв латинского алфавита следующим образом. А, Б, 0. Трехзначное число, где А сотен, Б десятков и 0 единиц. Если отбросить 0, число станет двухзначным. А, Б. Если мы сравним, насколько же число стало меньше, это число стало меньше на 531. Наша задача – найти, определить значения А и Б. Итак, эти числа отличаются на 531. Давайте запишем в столбик. Так, значение разности 531? 531. Если к значению разности мы прибавим двухзначное число АБ, то получится трехзначное число АБ0. Так, и мы сразу можем назвать значение Б. 1 плюс 9. Только в таком случае сумма будет оканчиваться на 0. Значит, Б9. Если B9, значит, 9 должно быть и вот здесь вторая цифра у значения суммы. Так, что здесь у нас получится? 1 плюс 9. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 3. Сколько нужно еще прибавить, чтобы получилось 9? Нужно прибавить 5. Значит, А равно 5. Итак, вопрос задачи. Назовите трехзначное число. Первая цифра 5, вторая цифра 9 и 0 в конце. Ответ 590.